Всем привет, мои родные! Я уже добыл, посмотрите, сколько золота. Но этот выпуск уже был. Поднял клады. Я хочу вот тут пройтись. Я тут уже нашел золото. Земли богатые. Посмотрите. Давайте посмотрим, сколько мы тут найдем. Это та же речушка. Я продолжаю добывать золото, искать. Вот самородок. Красавец, который я уже обнаружил. Показываю. Ну а дальше сейчас пойдем и посмотрим, что мы найдем. И далее. Красавец просто. Моя находочка. Я продолжаю искать. Просто я не вставляю все в один выпуск по 30-40 минут. Давайте будем смотреть, что мы найдем. Посмотрите. Великолепный просто самородок. Шикарный. Блестит аж прям. Лежит и блестит. Вот какой. Неплохой. Такие вот находочки. Ищем, ищем, родные мои. Я тут лазил, искал. Где-то месяц назад я сюда приезжал. Но тут конкретно я не ходил туда дальше. Во! Еще золото. Посмотрите, один. Второй лежит. Они так блестят, просто чудо. Во красота. Обожаю это место. Оно просто волшебное, сказочное, я бы так сказал даже. Сказочное место просто. Я думаю, что со мной согласятся люди, словно в сказку попали. Красота какая. Ищем, продолжаем. Смотрим, ищем. Ну, туда пройти можно, конечно. Ну, ладно, я не буду там. Там кусты вон всякие идут. По тропинке вон. Посмотрите. Вот это да. Самородок какой лежит. Ничего себе! Крупненький. Уже побольше, чем те нашел. Еще один, вы только взгляньте. Вот это да. Вот это красота. Просто поднимаю один за другим. Шик. И блеск. Вот сколько самородков я уже нашел. За, наверное, минут сколько, не знаю. Я не считаю. Я просто хожу и поднимаю клады эти. Так. Двигаемся вперед. И внимательно смотрим. Вау! Ничего себе, красавец какой! Крупный. Вот это да. Смотрите, какой красавец просто. Я просто в шоке. Я в шоке. Это настоящий шок. Тут вот камень идет. Я думаю, что тут копать можно. Тут гнездами собирается золото и очень много. Сейчас мы это проверим. Пока давайте походим-то. Вижу. Вижу, еще один лежит, дожидается меня, красавец, посмотрите. Ах ты маленький, красавец. Просто жесть. Жесть в золоте и в наших землях.
Еще вижу. Вы только посмотрите. Целых два самородка лежит. Один. Второй. И голова просто кругом. Это такие богатства. Это просто голова кругом. Ничего себе. Смотрите, какая красота. Хожу среди этих камней. Тут такие вот кусты идут. Видите? Вон. Надо пройти, нагнуться вот так. Раз. И проползти тут. И сразу же посмотрите, что тут нас ожидает. Красавец ты мой, какой он красивый, просто чума. Вот так, братва, вот так, братухи, ищем. Посмотрите, посмотрите, красавец лежит. Один. Думаю, что где-то еще один будет. Золота много. Вижу. О мой бог. Посмотрите, еще один самородочек прям рядом. Красавцы. Просто лежат и меня дожидаются. Скопление камня. Ну вот его тут и размывало, этот камень. Размывало. И нанесло этого золота целую кучу. Давайте. Давайте уберем эти самородочки. Еще посмотрим, походим. Мы только начали. Вот это да. Просто шок. Во красота. Голова идет кругом от этих находок. Сюда я их покладу пока. Рядом вот с этими. Которые я уже тоже нашел. О-о-о! Просто чудо. Золото, просто головокружение. Знаете, что я хочу? Я хочу поискать гнездо. Гнездо золота. Вот тут вот. Размывало вот дождями тоже, вот склон идет. Надо просто поискать, поискать признаки золота. Смотришь, мы что-то и найдем. На поверхности я тут ничего не вижу, но это не значит, что ничего нету. Надо проверять, смотреть, искать. Смотришь, что-то и попадется нам. Иногда посмотрите, родные мои, вот это да, в реальном времени нашел золото еще. Не знаю, гнездо или нет. Давайте взглянем. Давайте посмотрим, поищем. Про это я и говорю. Вот тут дождями размывало. О-о-о-о! Вот ничего себе! О мой бог! Мама дорогая! 5 штук аж прям сразу. Гнездо 100%. Ого-го! Я в шоке. Я просто в шоке. Еще золото вижу. Вот это да. Вот это клондайк. Еще золото, родные. Мои вы родные, посмотрите, а. Красота какая. Еще золото, да блин. Вот это да. Я в шоке, посмотрите, как много. Господи, держите меня, родные. Я просто с ума схожу от золота, а? По 5 самородков каждую минуту достаю.
скопление. Сейчас буду тут копать, искать. Красота. Просто шик и блеск. Как я люблю золото. Это просто чума. Чума. Еще самородочек. Золотце. Мне кажется, тут как будто одно золото кругом просто. Это просто чума. Великолепно. Золотишечко просто прет, прет и прет. Я просто только успеваю собирать. Посмотрите. Просто балдеж. Это шок. Настоящий шок. Родные. Ну разве это не шок? Посмотрите. Просто чума. Это как наркотик. Достаешь прям один за другим. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто балдеж. Вот это да. Ничего себе земли. Самые богатые земли. Красота. Просто красота. И пусть кто скажет, что так не бывает. А я показал. Я взял камеру, включил и показал это. Мне не надо выдумывать. Я все показываю в реальном времени. Кто-то скажет, такого быть не может, потому что у вас бедные земли. У нас золото килограммами разбросано. Давайте сюда уберем все это. Вот столько золота я сегодня еще нашел. Я сейчас буду продолжать искать его. Но я не хочу тратить время на съемку, хватит. Вот что я нашел с утречка. Вот такие вот клады. Чистенькая и желтенькая, и тяжелая. Килограмм 5, может 10, я не считаю. Так, навскидку всегда говорю, чтоб потом не говорили, да там 20, да там. Хоть 120 нашел. И просто поднял себе настроение этими богатствами. На этом конец. Вот такие богатства я сегодня нашел. Просто шок. Голова идет кругом, когда такое видишь. Согласны? И этого у нас очень много. Это можно просто безгранично собирать. Вот насколько богатая эта речушка. Убираю это пока сюда. Для того, чтобы сейчас заняться промывкой. Мне нужен лоток. Но я это снимать не буду. Съемки отнимают тоже время. Хотя я за золотом не гоняюсь. Но так, хочу один раз пройтись и промыть пару лотков. Чтоб килограмм 15-20 домой золотишечко добыть. И просто наслаждаться его потом уже видом. Все, на этом конец. Спасибо всем за внимание. Вот такие богатства у нас в землях.